Здравствуйте, уважаемые зрители! А также, пользуясь моментом, хочу поздравить всех женщин и девушек с днем 8 марта. Всем мира и добра, удачи, тепла и счастья. Ну а я, как всегда, со своей распаковкой с сайта AliExpress. Ну что, начинаем! Так, здесь мне пришел провод для телефона. Но это не обыкновенный провод. Это специальный светящийся кабель. Очень интересно, как он именно светится. Кстати, у продавца есть разные цвета, но я именно выбрала вот такого вот голубого неона, да? Сам кабель USB-шный с Type-C. Ну, в конце видео хочу посмотреть, как он светится, и также вам показать. Конечно, но мне все-таки кажется, что на ночь вы телефон заряжаться не оставите, потому что от него должно быть очень яркое свечение, как мне так кажется. Ну, посмотрим. И еще нюанс этого кабеля, что он не быстрой зарядки. Так, следующее. Так, ну а это пластыри. Пластыри заказываю уже не первый раз. Это для выводения мозолей или также там бородавок на ноге, как правило. Потому что на лицо я не советую. Ну вот здесь такая жидкость, она какая-то кислотная. И распарить ножку хорошо, там прочистить всю огрубевшую кожу. И потом наносить вот этот вот пластырь. Кстати, можно не менять каждый день, потому что мы как-то меняли каждый день. Но, тем не менее, можно поставить и так походить хотя бы 2 дня. Но главное, чтобы... Сам пластырь, после того, как вы его наклеили, чтобы он не съехал в бок, чтобы он рядом ничего не сделал, так как вот эта вот штучка красненькая, да, там это какая-то желейка там, и именно она действует на вот эти вот бородавки, на топтыши и мозоли. И так как это нога, и вы ходите, и оно может съехать чуть-чуть в бок, и потом там разъезд, где не надо. И, кстати, скажу я вам еще, потому что вот недавно вот в комментариях прочитала, не в своих, конечно же, а в других, что такой вот способ, если у вас есть бородавки, вот на руках, то берете картофелину, желательно чем поменьше, разрезаете пополам, проводите, если у вас на руках, проводите картофелиной по своим пальчикам, где там у вас бородавки, или на ногах, или что, и берете эту уже... Типа, использованную картошку, где-то выбрасываете или закапываете. И пока, вот, и забывайте как бы про свои вот эти вот бородавки. И вот такой вот чудодейственный способ тоже надо будет попробовать, потому что я купила пластырь, я еще об этом способе не знала, но надо все-таки будет попробовать. И как-то как... Эта картошка в земле начинает разлагаться, и у вас начинает типа кожа тоже очищаться. Вот такой вот типа не то чтобы лайфхак, но как-то интересно все-таки. Знаете, вреда точно не будет, вреда от этого. Так что почему бы и не попробовать? Будем тоже спробовать, интересно просто. Следующее. Так, ну а это бижутерия. А это не просто цепочка или это цепочка? Ой. Что это? Это, насколько я помню, это было типа поясок на талию. Декор такой. Так. Что-то она короткая, мне кажется, или это просто так еще не размотала. Зацепилось все. Или она рваная? Да нет, вроде бы. Походу, рваная, девочки. Вот оно должно соединяться, потому что это цепочка на талию. Конечно, камушки очень красивые, прелестно блестят, потому что они конусные.
Но, конечно же, не очень полезно, не очень хорошо держать вот эти вот конусные камушки на вашем теле, потому что, как вы видите, именно вершинки, они достаточно остренькие, и оно как-то неудобно. Но, конечно же, блеск от камней очень красивый. Да, но видите, оно как-то рваное получается, потому что вот оно должно соединяться. Но мне кажется, вот из-за этого колечка, вот оно чуть-чуть, видите, оно не дожато. А тут уже и не видно. Оно не дожато и просто вылетело. Ну, вот такой вот декор на талию, на лето, красиво. Да, ладно, надо будет исправить, это исправимо. Это не сильно такая прям большая потеря. Так, следующее. Так, ну а это баллон глю. Это клей для шариков. Для воздушных шариков. Вот знаете, когда вы делаете какой-то декор. И, кстати, еще рекомендация. Вот даже вот, если вы вот работаете на типсах, и вот выкрашиваете, да, и тоже вот эти вот, клей вот этот вот можно там клеить. Он вообще, смотрите, он клеится шикарно. И типсу вашу приклеит прям надолго. Вот такой вот. Кстати, не знаю, надо будет попробовать еще. Может, одноразовые ноготочки можно на него подклеить. Потому что, смотрите, он конкретно подходит. Вот видите, как он. Здесь я не знаю, сколько штучек. Но должно быть достаточно. Потому что рулончик такой не маленький. Ну, а как правило, это делают вот для соединения шаров. Вот так наклеили, соединили, и шары держатся. Да, отлично. Я, кстати, когда у меня вот таких вот штучек не было, я просто брала двухсторонний скотч, и у него такая же функция. Только у меня двухсторонний скотч, он более тонкий, и, конечно же, иногда шарики отклеиваются. Но, тем не менее, можно и применять и для ноготочков, для типс, как правило. Ну, этих маленьких таких типс, чтобы выкрашивать какие-то видосики делать. Ну, интересно, классно. Такой посылочки у меня еще не было, такая клевая. Так. Так. Классный такой зип-пакетик. Так, еще один пакетик. Капец, сколько пакетиков, а мы говорим, что мы засоряем планету. Итак, это колечко. Писала, что это не ржавеющая сталь, но это под золото. Смотрите, номер 6. Мне кажется, я выиграла семерочку, но попросила продавца изменить мне на шестерочку, потому что у меня шестерочка. Итак, вот как оно смотрится. Очень красиво, кстати. Под европейское золото, только более такого какое-то темное, потому что европейское золото, оно более светлое, извините, у меня нету, чтобы показать. У меня обручалка от советского золота. Но вот такой вот камень, конечно, черный, мне кажется. Кстати, камень. А ну-ка. А, с другой стороны, смотрите, с другой стороны он даже виден. И если бы был это светлый камень, так было бы вот видно именно вот эти вот все грани, так как я уже повторюсь, что именно такой конусный камень, он очень сильно красиво переливается. Но, к сожалению, это черный, и здесь как-то не видно. Но тоже красиво все равно. И шестерочка как раз на мой пальчик отлично смотрится, кстати. Мне нравится. И то, что он с темным, тоже красиво. Кстати, очень хорошее колечко. Интересно. Все-таки так как нержавейка, интересно или облезет. Хоть у меня были уже из нержавеющей стали кольца, вот именно желтого цвета, то отлично себя показали, даже не чернеют, кстати, и не стираются. Не то чтобы чернеют, они стираются даже. Так, а это еще один кабель для телефона. Чардинг, да, это кабель. Ну, это вот такой вот 1 метр. Вот здесь вот все уже написано. 1 метр, 2,4 ампера. Ну, что... А быстро все равно пишет здесь, что быстрая зарядка. Ну, 2,4. Как правило, 3,1 вот это быстрая. 2,4, ну, так себе. Давайте смотреть. Кстати, здесь все
аутентико, что это настоящий кабель, типа все должно быть на высоте. Смотрим. Коробочка, кстати, здесь. Здесь даже пропечатано, когда она сделана, что ли. Вот, видите, 22.03.03. Да-да-да, может, коробочка, а не сам кабель. Ну что, кабель, кстати, в руках уже чувствуется вот этот вот резина, да, но она такая вот прям классная, прям силиконовая. Вот эти вот изгибы, кстати, тоже просиликоненные. Очень хорошо. И здесь, как вы видите, тоже название, логотип, как должно быть. Хоко, хоко. Премиум продукт. Так что кабель по качеству мне очень-очень нравится. Кстати, проверим, если этот метр, то этот тоже походу метр, да. Да, метр тоже вот этот вот синий, бегущий, как говорится, бегущий огонь, тоже метр. Так, давайте смотреть, что здесь. Здесь уже посылку как-то открывали, как вы видите, все здесь запечатали заново. Я даже, честно, не знаю, что здесь вообще. Даже по треку я что-то не смотрела, потому что как-то посылку принесли, и как-то уже сразу так стрёмно стало. Думаю, ну ладно, будем как раз распаковочку снимать и посмотрим. Еще хорошо запаковали, не? Просто капец. А может, тут ничего не будет? Что-то есть! И что же это, боже мой? Ой, мамочки! А это bath towel. Это, как оно, bath towel. Полотенце для ванной. Одна штука. Капец, ну запаковали, я вообще в шоке. Смотрите, вот дата изготовления. Но размер 70 на 100. Это такое типа дорожное полотенце. Это компрессированное, да, полотенце. Когда вы его откроете и поставите в воду, оно увеличивается в размерах. И, конечно же, потом уже как-то получается влажное полотенце. Вот такая вот штука. Выиграла за цент и алимонетки. Конечно, запечатано, как вы видите, было капец, как будто бы это что-то, я не понимаю. И поэтому, наверное, все-таки на таможне раскрывали и смотрели, что же это такое, потому что я сомневаюсь, что от продавца прям так пришло. Ну, а если от продавца, то, конечно, запаковал. И еще супер. Ну, вот какое-то такое полотенечко. Ну, и размер, конечно, внушительный, 70 на 100. А получается вот такая вот мини-шайбочка. Клево. Ух ты! Неужели? Очень быстро! Очень быстро! А я думала, что это будет голография. Угадайте, что это? А я вам скажу, смотрите, это для плавания. Как в народе говорится, готовьте сани с лета. Правильно? А у меня наоборот, круги для бассейна готовьте почти зимой, хоть уже и весна. И тоже я умник, взяла этот круг и не рассчитала с размером. Взяла 60. И потом, когда уже оплатила, такая, ой, блин, а 60, давай смотреть. Думаю, нет, так это вообще маленький размерчик. И попросила продавца, чтобы он мне изменил. И чтобы так не сильно уже наклеить, я попросила его, чтобы изменил на 80. И вот сейчас вот вижу галочку на 80, то значит, все-таки продавец пошел на уступки и изменил именно размер круга на 80. А то бы на 60 было бы вообще детский размерчик. Давайте смотреть. И, конечно, на фото продавца оно показалось, что это будет вот именно голографический такой круг. Но, смотрите, он прозрачный, и внутри идут вот такие вот блестяшечки. Вот интересно, если его надувать, и оно лопнет дома, вот тогда будете собирать.
Ну, отличного размера круг, что хочу сказать. Конечно, на 90 был бы намного лучше, намного больше, намного интереснее. Но, тем не менее, все-таки молодец продавец, что согласился. Я этим тоже очень рада. Ну и на лето будем пробовать, потому что интересно. Кажется, здесь все швы хорошие, но тем не менее. Потому что мне уже приходила одна штучка надувная такая для стакана. Я думала, ну маленькая, что с ней может быть, да? Надула, а она побыла вот даже при распаковке, побыла чуть-чуть и вся сдулась, короче. Даже после, вот начала распаковку делать, она была красивая, все надутая. И в конце уже все осело. Но думаю, с этим такого не случится, хоть я сейчас надувать его не буду. Материал, конечно, хороший такой. Не то, что не твердый, а такой именно хороший, мягкий. Такой, ну не знаю, отличный. Ну и посмотрим. Спасибо продавцу огромное, конечно, за то, что он послушал и отправил хороший размер. Ну и давайте открываем вот такую вот красивую посылку. Конечно, это уже вторая на сегодня такая блестящая серебряная. Мне таких еще не приходило. Мне приходила обычная. О, тут сразу же, смотрите, раз. Даже ножницы не нужны. Так, давайте смотреть, что здесь. Так, это что-то с одежды. Эмочка. Шампинквехен. Just CC. Непонятно. Так, ну, эмочка. Давайте смотреть, что же за эмочка. Эмочка это 100-115. А что это? 3 сантиметра. Понятно. Ну, ладно. О, я забыла за них. А это шортики с корректировочкой фигуры. Смотрите. Так, пояс. Ух ты, он плотный, очень плотный пояс. Вообще, смотрите, здесь еще идет резинка для более уплотнения. Сама ткань, она как бы двойная здесь, хорошенечко. Все здесь прям очень плотно, и оно приклеено. Так, здесь идет, как вы видите, вот эти вот такие гачочки, чтобы делать или побольше, или поменьше, да, вот здесь три таких позиции. Внутри позиции не очень, конечно, сильно, вот как вы видите, 2 сантиметра, считай, но тем не менее. Так, эмочка, 78 нейлона и 22% спандекса. Стирать только при 30 градусах, наверное, все-таки потому что клей отстанет и будет потом не очень хорошо. Ну что, конечно, шортики клевые. Так, оно просвечивает? Почти не просвечивает, потому что еще очень хорошая тема с этими шортиками, что они часто вот просвечивают. И смотрите, здесь еще идет на попке, если видно, конечно, наверное, все-таки видно, а то я вас что-то плохо вижу. Здесь идет еще уплотнение, это для пушапа тоже пятой точечки. А здесь, смотрите, оно приклеено вот с внутренней стороны. Вот, видите, вот вам и пушап, вот такой вот, с внутренней стороны. Вот приклеено вот так вот, и будет вам подтягивать вашу пятую точечку тоже. Ну, отлично, кстати, здесь на конце вот оно тоже такая вот завернуто и просто проклеено. Здесь ничего, вот швы почти не прошиты, я имею в виду окончание не прошито. Вот поэтому, наверное, нельзя стирать на больших температурах. Ну и сам шов, как вы видите, отличный. Вот здесь вот двойной на попке, все супер-супер. И не просвечивает, что тоже самое главное. А то бывает вот шортики, что они на попке просвечивают, и ты в них не можешь даже никуда выйти. Потому что все видно. Ну что все, кроме трусов там ничего не будет видно, кроме трусов и жопки. Ну вот здесь вот интересно, как вот здесь вот, если... ну. Стопудово я уже не захочу на ту. Ну, интересно, влезу ли я? Ну, походу, влезу. Но так интересно вообще. Очень хорошие, качественные, видно вообще. Супер, я очень довольна. Кстати, не знаю, как я о них забыла. Материал, конечно, красивый. Он не блестит, это матовый такой цвет. Это не лосины такие блестящие. Да, очень классно, мне понравилось. Ну и, как и обещала, давайте проверим наш кабель.
Сейчас, ну-ка. А то так ничего не видно. Вот сейчас тоже не будет сильно видно. Потому что светло на улице. Ну, вот такой вот бегущий огонь. Бегущий кобелек. Кобель. Не, кабель, ну ладно, ладно, я просто так шучу. Ну, вот как-то так. Не, ну интересно, красиво, мне нравится. Светится, конечно, очень ярко. Конечно, не сейчас, конечно, как вы видите, днем. Но вот именно ночью вообще вот такая вот светомузыка еще получается. У кого нет освещения дома, вот покупаете такой кабель и заряжаете телефон, и вам поднимает настроение. Клево, клево, очень красиво, шикарно, мне нравится очень. Все ссылочки на товары будут внизу под видео. Если вам интересно, заходите, смотрите. Ну и это были все товары на сегодня. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Поддержите, пожалуйста, это видео пальчиком вверх. Новые зрители, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. Ну а ссылочки вы найдете внизу под видео. Также напоминаю, что у меня есть группа в телеграм-канале со скидочками на разные товары. Заходите, подписывайтесь. Также ссылка внизу под видео. Жду! Удачи всем, пока!